уже два наших льва приступили к угощению. Настя отоел, он очень это. Да, скажи. Когда ест. Там лова, они так синхронно легли с двух сторон, а Настя спряталась сзади. Вот. Олег Алексеевич продолжает попытки выманить остальных львов. Это вот в каком зоопарке, да? Вот так вот положи такие куски мяса, и потом еще три часа уговаривай львов, чтобы они вышли и поели, да. Ну выйди покушай. Ну выйди покушай отборную, эту самую говядину. С ума сойти. И так вот, да медленно, не торопясь. То есть, а Марсель какой живот у него, да, уже? Он толстый какой уже стал, отъелся. Пока Марсель выйдет с Лизой, то тут уже ничего не останется. Не, Мирон такой тихий-тихий, а два куска себе положил сразу в одну тарелку. Думает, с такой компанией лучше подстраховаться. Как-то никак наш Марсель красавец не идет. Пойти помочь? Он боится. Нет, он просто сытый, покормили. Будем ждать?